Ребята, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим о новом персонаже Карло. Но если быть точнее, я вам расскажу и докажу, что его не нужно сейчас покупать, потому что мы все-таки, возможно, сможем получить его абсолютно бесплатно. Также разберемся, что происходит с сегодняшней миссией, которая у нас там в событии с этим Карло. Во-первых, вы, наверное, уже видели, да, что нам его добавили, и цена у него, ребятки, 1200 UC-шек. С Сарой было подешевле, если вы помните, было 600 UC-шек. Так вот, да, и очень важный момент. Оказывается, купоны, которые у нас были от Сары, ну, это было как бы ожидаемо, они подходят и для этого персонажа. Так вот, ребятки, для того, чтобы заполучить вот эти купончики, нам скоро добавят новое событие. И даже появилась утечка, как будет называться это событие и за что мы с вами сможем получить эти купоны. То есть вы видите прямо сейчас, да, там нужно будет пробегать в классическом матче 1000 метров, 2000 метров, вот вам 60 купончиков, да. Дальше, если вы видите, событие будет с 4 по 10, то есть можете посчитать, сколько купончиков получится собрать. Если это будет каждый день, будет идеально. Также, ребят, помимо вот этого события, я предполагаю, что будут еще события. И сейчас я вам объясню, почему я так думаю, почему я предполагаю. Вы видели в самом начале кусочек трейлера, да, который выпустили разрабы. Давайте вы посмотрите весь трейлер, а потом я уже объясню. Вот такой вот трейлер, ребятки, к нашему персонажу Карло от разработчиков. Ну, в принципе, трейлер как трейлер, да, мы здесь увидели с вами, что, оказывается, Карло есть и морской охотник, и лесной охотник, и так далее. Это не самое важное, ребят. Почему я говорю, что это доказательство того, что у нас будут еще события? Потому что этот трейлер, как вы понимаете, из Поднебесной. И в конце трейлера, что мы видим, ребятки? Числа с 3 по 19. То есть у нас будут события, где мы сможем с вами собрать все эти купоны и приобрести все-таки абсолютно бесплатно нашего персонажа Карло. Ну, я на это надеюсь, что будет все-таки бесплатно. Далее, ребят, по поводу событий, потому что вы мне просто завалили директ Инстаграма, почему события не выполняются, что это вообще за события. В общем, если вы сегодня заходили в игру, там было простое у нас сообщение, написано, что для того, чтобы выполнить миссию, вам нужно выжить 20 минут в классическом матче. Ну, в принципе, у меня так было и у всех, я думаю, то же самое было. После чего я выжил 20 минут в классическом матче, благополучно умер, зашел сюда в событие, нажал просто собрать вот эту нашу миссию, и она выполнилась, ребят. То, что здесь вышла вот эта подсказка, это просто подсказка к этому персонажу, что он такой-то, такой-то, защищал друзей и так далее. В общем, миссию вы на сегодня выполнили, если у вас появилось это сообщение. Ну, на данный момент, в принципе, это все, что я знаю о персонаже Карло. Если у вас есть какие-то другие новости, ребятки, напишите в комментариях. Но я еще хотел сказать, что у меня на сервере Индия появились еще два события, где вы можете собирать вот такие мешочки с порошком, я так предполагаю, да, в честь какого-то праздника в Индии. И если вы собираете вот эти вот мешочки, то вы можете обменять, как вы видели, там на цветную ДПшку временную, ну там еще костюмы временные, но также на Индии есть еще вот такое вот событие, если вы тратите UC-шки, то вы получаете взамен вот эти части костюма, в общем-то, абсолютно бесплатно. Так что, если хотите, можете поменять сервер. Как это делать, есть видос с инструкцией ранее. Я выкладывал у себя на канале, можете найти. А теперь обращение к вам, ребятки. Очень много людей мне кидают в директ вот такой вот скрин, что когда они заходят в это событие, пытаются собрать миссии, у них выскакивает сообщение «система занята». Поэтому просьба к вам, если вы знаете, как решить этот вопрос, пожалуйста, напишите в комментариях, ребятки, давайте поможем остальным тоже собрать эти купоны, чтобы они могли получить этого персонажа абсолютно бесплатно. Ну, с кнопкой повтора смерти мы с вами также вместе решили вопрос, поэтому если вы знаете, как решить, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, а на этом видео заканчивается, ребят. Если оно было для вас полезным и оно вам понравилось, ставьте лайк. Если оно вам не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Ну, а с вами был Dream. Всем топ-1.